Ну что, господа зрители, вы готовы? Сейчас я включу кадр, и волшебство начнется. Наконец-то. Все в ожидании. Да, именно, наконец-то. Ну все, собственно, трансляция пошла. Можете как раз теперь раскидывать по всем группам, что наконец-то помимо вывески появился голос и картинка. Здравствуйте, уважаемые. Мы сегодня находимся в баре «Горцующий гном». И сегодня у нас особые гости. Это организаторы будущего чемпионата по стальному нанесению различных травм людей у разных национальностей. Там Китай, Франция, слышал, как раз таки приедет. Вот, Россия, и все будут. Россия обязательно. Да, Россия обязательно. Вот кого мы точно ожидаем. Я что надеюсь как раз таки на то, что Россия приедет. Ну а теперь, так как трансляция наконец-то началась, мы дадим вам слово. Представьтесь, пожалуйста, кто вы и кем вы являетесь. Я думаю, мы даме дадим. Меня зовут Наталья Шестакова, я являюсь арт-директором в МФЦ и, соответственно, отвечаю за шоу-часть, в основном, собственно, Кубка Динамо. Шоу-часть Кубка Динамо, а конкретно что там есть помимо шоу, именно которого есть основное? То есть, ну, 90% шоу и 10% все остальное. Угу. А шоу-часть, вот именно это бои или все-таки что-то другое? Конечно. Это все вместе, там и бои, и музыкальное какое-то сопровождение, перформансы, активности, интерактивы. Понятно. А ваша в чем задача? Ну, я помогаю всем организаторам организовывать. На самом деле я решаю всякие вопросы любого характера, начиная от доставить грузчиков, заканчивая там, помочь сделать программу. Условно отвечаю за все блоки, в том числе организую организаторов. Это, кстати, модно. Вот, да. Я хотел сказать, организуешь организаторов. Вот я тоже этим занимаюсь. В другой сфере. Господа, присутствующие на стриме, если у вас, скажите, пожалуйста, как у вас со звуком, с картинкой. С картинкой, понимаю, все не так уж хорошо, но не волнуйтесь, стрим идет под запись, и вы увидите его буквально вот в этот же или все-таки на следующий день в отличном качестве. Я думал, ты уже донат просишь. Мы говорить не начали, а уже донат отправляй. Не, это донат, это только если вы вот хотите вот прям лично задать вопрос, то да, прям... А, кстати, мне вот подсказывают, что я не представился. Меня зовут Андрей. Да. Андрей Хисельев, собственно, соорганизатор Кубка Динамо. Вот, нас организаторов много, вот я один из них. Мы, собственно, это шоу, это мероприятие, это турнир делаем мы. Замечательно, замечательно. То есть по плану должен был этот салют так выстрелить. Но он не выстрелил, да, к сожалению. Представьте, что он выстрелил. Да, представим, что он выстрелил. Вот вопрос именно по части самого Кубка Динамо. Вообще тут есть иногда проскакивают такие туристы, которые не в теме, что такое исторический средневековый бой. Не могли бы вы, пожалуйста, кратенько рассказать, о чем этот турнир, о самом главном? А мы, кстати, можем на один вопрос отвечать вдвоем, то есть по очереди. Это будут две разные версии, кто как считает. Ну, как, например, да, начнем вас. Женское мнение. Да, женское мнение, как раз-таки. Ну, непосредственно исторический средневековый бой, да, это, грубо говоря, для человека, который пришел с улицы, это он видит, как рыцари полно одоспешенные сражаются, допустим. Но, соответственно, мы хотим донести до обыденного, ну, до простого зрителя, что это может быть интересно, это может быть очень зрелищно и вот такой большой экшен. Потому что, когда бои идут, то есть они существуют разные. То есть это профы, это 5 на 5, это 12 на 12, будет как бы более там, 30 на 30, 150 на 150. Но Кубок Динамо имеется в виду 5 на 5 и... 12 на 12 и прочее. Угу. Какой вопрос был? Что такое исторический средневековый бой и вообще что такое Кубок Динамо? Вот именно в целом. Для бойцов и для обычных людей, для вот, которые увидели что-то такое, ой, рыцари. Мне кажется, если я сейчас начну про исторический средневековый бой рассуждать, сейчас прибежит тысячи людей с транспарантами, кто-то за историю, кто-то за бои. Сразу начнется битва, потасовка. Я расскажу, что такое Кубок Динамо. Кубок Динамо – это уже многолетний турнир, и это 13-й год уже. Я бы сказал, что в России самое точно крупное, вот когда-нибудь мы станем самым крупным в мире, где, собственно, собираются люди подраться, причем уникальность в том, что съезжается весь мир,
То есть ни на один турнир не съезжается такого количества людей. У нас участников только человек 700 будет. Угу. То есть 700 участников, это какая-то запредельная цифра. Это весь мир, там, от Новой Зеландии до Америки, до России и так далее. Вот. И такая некая тусовка, где съезжаются все самые крутые мировые спортсмены, чтобы помериться силами, кто же лучше. Угу. Ну, это вообще замечательно. Вот вопрос по поводу спорта и об избиении людей. Сейчас это очень модная такая тенденция. Вот вы говорите, что надеетесь, что это станет действительно один из таких крупнейших турниров вообще по миру. Вот вопрос. Взглянем в небольшое, так скажем так, прям позитивное будущее, когда все хорошо и так далее. Такой вопрос хайповенький. Вот есть, недавно был бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Вы знаете, собственно, какой ажиотаж был вокруг этого, очень долго к этому готовилось. Вот возможно ли так, что вот на профбоях вот именно Кубка Динамо, да, то же самое, например, профбой какой-нибудь двух бойцов будут ожидать точно так же. Они точно так же будут на пресс-конференциях друг другу перчатки там кидать, спрятанные в них подковой. Ну, вот, и что-то наподобие. Есть ли вот такой вариант развития событий? Мы им специально подначиваем, говорим, они вообще все бойцы люди. Ох ты, донат пришел, надо же. Нас показывают? Да. Я, пардон, я иногда из кадра ухожу, там стальные просто... Стальные войны собираются в бой мастера, танцуют с мечами, собираются... Что происходит? Это сообщение доната. Я думал, это демоны захватили твой компьютер. Человек не проставил просто никаких знаков препинания, поэтому все. Пусть не злятся и не плачат. Что? Я, честно, вообще не понял, что сказали. Сейчас, я услышал, не зря. Вы продолжите, пожалуйста, по поводу подначивания. Вот. А, ну вот, бойцы, на самом деле, очень ребята добрые, милые, а мы, как организаторы, мы их специально что-то подначивали, там, ударь его, обзови его дураком. Выкинь его с ресталища. Вот, иногда мы им говорим, что вот, если не назовешь дураком, то все, бой мы тебе делать не будем. Им приходится делать всякие гадости, там, как Макгрегор. То есть ему приходится писать на записке, там, ты дурак, подписывай свое имя, плакать, типа, и подкидывать ему в карман. Да, мы даже сами иногда подкидываем специально, чтобы они... Подписываем другие имена. Там сборная там того-то, там козлы. Еще земляным червяком. Да. Это наше главное обзывательство. Редиска. Это операция с земляной червяком специально разработана, чтобы ссорить бойцов, чтобы нагнетать ажиотаж. Ради этого и работаем. Конечно. У нас даже есть словарь специальных слов. Это кодовые названия. На самом деле, очень важно понимать, что бои сами по себе, это, ну не знаю, процентов 30 шоу. То есть, то шоу, которое хочет увидеть зритель, и сами бои, это совершенно не одно и то же. Там многие, как бы, опытные организаторы даже могут сказать, что можно вообще без боев и без реконструкторов делать турнир. Приглашаешь там 10 каскадеров, все, готово, зрителю уже этого достаточно. Но у нас задача намного сложнее, у нас задача именно из боя сделать шоу. То есть из мордобоя превратить это в какую-то красивую картинку, обернуть. И в этом огромная суть нашей работы, именно в оборачивании, как это представить зрителю, как они это увидят. Вот, и, собственно говоря, мы вот этим и занимаемся, в том числе продумываем какие-то истории, там, Вася сделал то-то, Петя сделал это, как-то к этому подводим, вот, и ведем вот так вот некоторых людей, там, поддерживаем их, некоторых, наоборот, не поддерживаем, то есть создаем атмосферу, в которую, создаем людям историю, в которой им интересно уже будет участвовать. И уже после всего этого оборачиваем это все дело в какую-то обертку. Но главное, мы эту историю, извини, перебью, делаем не только для бойцов, не только для людей, которые в тусовке, но и для себя, зрителей. Ну и для себя. В первую очередь, чтобы себя повеселить. Но и для зрителей, которые приходят. Те люди, которые даже не в тусовке, которые совсем далекие, им будет все равно очень интересно на Кубке Динамо. Мы к этому идем, чтобы это было зрелищно для всех секторов. Да, это вообще очень важный момент, что приходит человек с улицы, и он такой, что это, какие-то рыцари что-то делают. А нам нужно, чтобы человек пришел и сразу же в это влюбился. Это сразу, ну, на многих уровнях идет работа, и прорабатываются разные сценарии. Мы понимаем, как человек это увидит, как зайдет, куда посмотрит, что подумает, какой флаер ему вручат, что ему скажут на входе и так далее, чтобы он пришел, ему это понравилось, и он в этом остался. Ну, с первых 5 секунд. Да, ну, собственно, вот по этому поводу, ну, Кубок Динамо, это все-таки, вот, как вы правильно сказали, это не только бои, но все-таки это... Отчасти это прям действительно показывает людям, которые пришли с улицы, историю культуры и быта. Вот, например, я в прошлом году приходил, когда
Ну, я уже с этим завязан сам по себе, и я как бы уже вливаюсь в атмосферу очень быстро. Но спрашивал люди, они были, ну, просто обычные люди, они были прям в восторге, потому что где они еще могут попробовать шоколад образца 17 века, который с перцем, они там покупали его просто пачками. Опять-таки музыкантов было очень много, танцы, детишкам есть чему заняться. Ну вот у меня вопрос, кстати, по всей вот этой культурной части. Вот в прошлом году, вот действительно, вопрос, наверное, даже глупый. В прошлом году были мы любим глупые вопросы. В прошлом году были косплееры. Мы эксперты по глупым. Вот, действительно, были... Ладно, косплей «Игр престолов» это еще куда ни шло. Но вот, вот этот вот клоун Пеннивайз, который был, и который говорил, что, мол, типа, я знаю все твои страхи, а ему отвечали, мол, партизан один сегодня не дерется. Вот вопрос, вы будете, как бы, это был эксперимент, или вы, как бы, собираетесь брать опыт американских коллег? Например, есть там крупный фестиваль DragonCon, там такой гик-тусовки, там, собственно, ребят, которые участвуют на Битве наций, они устраивают там турниры. Ну, здесь был элемент неожиданности. Мы просто смотрели на реакцию людей, что зайдет, что не зайдет. У нас каждый год мы берем себе за то, что каждый год мы делаем что-то новое. И в этом году будет совершенно новая концепция, совершенно новая подача, новая площадка. Вот да. Интересно, а почему вы решили все-таки уйти из братьев знаменских? Во-первых, мы растем. Во-вторых, нас оттуда прогнали. За что прогнали? Там совы все загадили. Ой, не только... Рыцари. Не совы, а рыцари. Совы загадили небольшой квадратик площади, больше загадили рыцари. На самом деле, вот не надо сорить, портить площадки, потому что нас потом из них выгоняют, и мы ищем новые площадки. Вот это сразу ко всем, и к бойцам, и к зрителям, и ко всем. Что мы потом, зрители уходят, да, мы потом разгребаем все эти проблемы, каждый сантиметр пролитого, я не знаю, керосина и так далее. Угу. Вот, решаем все эти вопросы. А расскажите про новую площадку. Почему Паула вот именно выбрана не ее? Ну, во-первых, площадка полностью отвечает нашим требованиям. Как раз загнать огромное количество людей в одно место. И поджечь. Да, соответственно, там это многофункциональная площадка, на которой можно сделать разный совершенно перформанс и, соответственно, разный движняк. И, в принципе, она находится очень удобно. Это очень модная площадка, что для нас немаловажно, и удобная. И, соответственно, замечательные организаторы данной площадки, они поддерживают наши мероприятия и вообще как бы очень хотят окунуться в это движение. Мне кажется, они мечтают окунуться в это движение. На самом деле, нам еще как организаторам очень важно придумать что-то новое, потому что, когда делаешь то же самое, совершенно да, неинтересно. Да. Когда ты смотришь, ну это уже было, и интереса нету. А когда что-то новое делаешь, у тебя есть перспектива, мотивация, да, ты самому интересно делать. Это очень важно, потому что, чтобы радовать зрителя, нужно от этого дико переться. И когда ты делаешь что-то новое, крутое, всякое придумываешь, ты дико прешься, и люди прутся. То есть всем это очень начинает нравиться. Вот. А, собственно, площадка какая? Площадка Tesla Place, о чем мы, собственно, говорим, находится на площади Ильича. Вот, совершенно другого формата площадка. Я бы сказал, что эта площадка не просто другого формата, она вообще как бы... Как, собственно, Тесла, это инновация. Там расположен по всему периметру площадки огромный экран, но мы, правда, будем использовать только четверть этого экрана, вот, потому что это так получилось. Вот, но... Да, все непросто в организаторской жизни. Вот, но будет транслироваться чемпионат на гигантскую стену, это будет размером с, я не знаю, с целый дом. Там потолок 40 метров, по-моему, да. Если я не ошибаюсь. Соответственно, экран будет высотой 40 метров. И на это будет идти трансляция всего. Плюс мы хотим не только трансляцию делать, а вообще делать полноценный контент. То есть чуть ли не как программу. Телевизор включаешь, там и то, и это. И... То есть если будет скучно на ресталище, можно будет посмотреть. Ага, вот оно, значит. Мы будем делать, постараемся делать и там в прямые включения, интервью брать у команд. То есть это будет целая история интересная. Хорошо, комментатора нормального нашли? Мы всегда рассматриваем все предложения. Надеюсь, нашли. Прошлый был ужасен. Это не ты ли у нас в прошлый раз? Именно я, да. Ну, понимаешь, найти можно всегда, но гораздо интереснее что-то, скажем так, воспитывать свое внутри движухи. Потому что, это вопрос профессионалов. Всегда можно позвать профессионала, дать ему кучу бабла. Он у тебя один раз отработает, такой... До свидания. А когда это вот все. Насколько помню, это была такая ситуация, когда был в Лужниках, собственно, чемпионат.
Я, честно говоря, не помню в Лужниках, кто там был комментаторами. Ну там комментатор был хороший, с поставленным голосом, но он вообще был не в теме. Ну, поставленный голос — это не самое главное. Главное, чтобы людям было весело. Да, главное, чтобы людям нравилось, в принципе. Вот, там почему-то очень многим не понравилось, когда я вот спрашивал. Я еще тогда не занимался этой деятельностью, но спрашивал там комментатор многим очень. Ну, потому что поставленный голос, он не вывезет, например, какую-то тему интересную и не отметит какие-то моменты, которые действительно стоит. Слушай, мы вообще смотрим немного иначе. Не понравилось, не понравилось. У нас критическая оценка. То есть вот мы берем каждый блок и прорабатываем плюсы, минусы. Если людям не понравилось, у нас каждое мероприятие, вот что бы ты ни сделал, как бы ты ни сделал, всегда придет вагон людей и скажет: нам не понравилось, все плохо. Там, я не знаю, насрано. И тут не вопрос, понравилось, не понравилось, а конкретные. Мы берем конкретные пункты, в которых мы можем сделать лучше. Понимаем, как это технически реализовать. Потому что, конечно, хочется одно, а реализуется это совершенно по-другому. Вот. И там плохой ведущий, неплохой. Любой человек может расти всегда. Это, ну, интересно именно что-то растить и работать над ошибками. Это перспективнее. И сейчас, и в будущем. Нежели там кого-то позвать, он с красивым голосом, большим портфолио и так далее, он сделает свою работу и отчалит. Ну да. А вот Кубок Динамо вообще это целая история. 13-й год уже идет. Он постоянно менялся. Ну, точнее как, скажем, такой вопрос. Одни организаторы погибали, приходили новые. Да. Мне вот порой даже кажется, что вот как организаторов отбирают для Кубка Динамо. У нас пришел донат. Еще 16 рублей! Сколько пришло? Или это нельзя разглашать? Мастер с мечом танцует, а орги отдыхают от трудов. И трубадуры соревнуются с друзьями, а зрители внимают, открыв рот. А зрители слышат? Танцоры и бойцы, и зрители, и толпа. Где будет мордобой, радость до утра. Огонь и много стали точкой песен и людей. На битве за Кубок Динамо всем будет веселей. Здоровья вам. А кто авторство? Это один из моих подписчиков, он постоянно все свои донаты, это 16 рублей, но он делает это шестиками. 16 рублей? Да. Yeah. У нас уже 32 рубля, ребят, это банк колы, если в Ашане брать. Ну, все, так вот, продолжаем, ребята. Вот вопрос. Кубок Динамо, он, вот, скажем, постоянно меняется. Мне кажется, что меняются все организаторы, это просто берут двух людей, одну руку их привязывают друг к другу, а вторую дают нож, и узнать, кто из них оказался сильнее. Но на самом деле, вот сколько лет вы занимаетесь всем этим делом, вот как вам кажется, растет ли Кубок Динамо и дорастет ли он в дальнейшем до того, что это будет действительно большим событием, как, ну, не знаю, чемпионат там, не знаю. Сейчас было видно. Не-не-не-не-не. Именно большим, то, что его люди начнут ждать, вот именно так, то, что вот там, не знаю, вот люди с пивными животами, которые. Они не ждут наши мероприятия. Вот, которые говорят, что, мол, типа, я тоже в детстве там, не знаю, ИСБ занимался по молодости, но потом травму получил, и они будут ждать, чтобы врубить телевизор, там, не знаю, или будут становиться экспертами спорта. Да, 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 экспертами спорта, чтобы там говорить, там, не, мол, типа, сына, вот смотри, как надо, чем папка занимался в молодости. Вот прям действительно большое, грандиозное. Чтобы прям спонсоры, там, жилет были и все остальное. Жилет? Ну, а почему я? Не, во-первых, конечно, мы к этому идем. И это будет в ближайшем будущем, я думаю, даже. Ближайшее будущее, это 3-4 ноября. А вопрос, вот если вот в американском футболе есть чирлидерши, а вот у вас будут чирлидерши, но только в кожаных лифчиках там или не знаю? У нас будет много всего интересного. Рингел, конечно, вообще за сиськи будет. Да. Не культурно сказано, мы за. А кастинг это проводили вы лично? Да. Будем. Кастинг еще не был. А можно мне поприсутствовать? Не для видео, для канала. Отдельный стрим можно сделать, кастинг. Слушай, это было бы прекрасно. Можно, кстати, прислать заявки, например. Да, можете прислать красивые девушки. Где будет отборочный, можно прислать? Я хочу присутствовать. Мы с тобой будем продавать на этот кастинг. Блин, это был бы... А можно всех посмотреть? Надо сказать, кто задонатил сотку, тому мы скажем. Мы дадим ссылку, закрытую ссылку на... Да, закрытую ссылку на стрим, закрытую. Его специально для только господ. Сейчас после этих слов просто непрерывно эти сотки. Там имя, фамилия, отчество, паспорт, типа мне, пожалуйста, пишите. Даже если снимать Теслу еще раз, чтобы до этого, чтобы провести там кастинг. Это сколько соток надо? Да. У нас есть закадровый пиар отдел. Окей.
Я забыл вопрос. Да, я тоже. Ну, по поводу, скажем так, становления как более грандиозного именно такого. Нет, чтобы... ну, все равно мы, естественно, мы к этому растем, мы собираем максимальное количество аудитории. Мы нацелены не только, чтобы привлечь людей, которые в теме, но нам интересен зритель, который вне темы, который не знает. Соответственно, под это и делается вся программа. Правильно? Да ладно, скажи честно, мы для себя делаем. Ну, нам, для вообще, себя это по умолчанию. Нам вообще на людей насрать. Нам скучно. Нас как-то задавали вопросы, а типа, будет... Это один из, кстати, вот первых кубков «Динамо», которые мы делали. Мне задавали вопросы, будут ли у зрителей места, чтобы сидеть. То есть вопрос ставился не будет ли, а сколько в трансляции будет графики, когда она начнется, а будут ли места, можно посидеть там, а то мы стоять уже устали. Это, кстати, вопрос о росте. Как бы, Кубок «Динамо» 5 лет назад, там, 6 лет назад и сейчас это вообще это небо и земля. Места сидеть будут. Да, места сидеть. У нас появились места для сидения. Да, глядишь, вот это, знаете, туалет будет. Да, глядишь, не дырка в яме там, не знаю. Нет, подожди, у нас 32 туалета. А как же 32 дырки. Ребята, 32 туалета – это очень серьезный рост по сравнению с дыркой там в полу. Это не фигня какая-то, 32 дырки. Это все нужно проделать, просверлить. Вопрос, кстати, вот сейчас у меня будет по поводу... По поводу ИСБ, собственно, скорее всего, не вот именно не Кубок «Динамо» конкретно, а именно ИСБ как ближе. Техническая пауза, секундочку. Все, врубай рекламу. Донат пускай придет. Нет. Ну, собственно, вопрос именно по поводу ИСБ как движения. Мы растем. Мы растем, причем активно. Я уверен, что, не знаю, вот даже если уж про флорентийский футбол «Кальчо» выпустили свой собственный пафосный фильм, там, не знаю, про с романтик и так далее, то и про ИСБ это точно ждет. Ну вот, по-любому. Вот только вот вопрос. Не перерастет ли именно движение ИСБ, ну, которое связано с любым движением, которое связано с насилием, то, что будет такая ситуация, появятся люди, которые являются не бойцами какого-то клуба, а его фанатами. То есть будут ходить с шарфами, не будет ли такого, что ко мне подойдут, мол, поясни за розу и все остальное. На самом деле... Не будет ли такой проблемы движения? Или все-таки мы будем стараться сохранять именно вот атмосферу праздника средневекового насилия? На самом деле все зависит исключительно от нас самих. То есть мы кузнецы своего счастья. Нельзя сказать, что какой-то там дядя что-то там решает. Все это решают одновременно. То есть мы все глобально, как некая большая система, формируем направление, куда мы хотим двигаться. И так или иначе от этого спроса, от спроса людей зависит то, куда мы придем. Будут ли спрашивать за розу или нет, это зависит исключительно от нас, но могу точно сказать, что вся движуха глобально, я не имею в виду сейчас СБ, я имею в виду просто вот движение какое-то глобальное, оно зависит не только от, допустим, от 100 бойцов, оно очень сильно опирается на около движуху, потому что, к примеру, бойцов 50, а фанатов, допустим, пару миллионов в каком-нибудь футболе и так далее. И все эти люди приходят на матчи, платят за билеты, покупают хот-дог, покупают футболку. Все эти деньги уже начинают крутиться внутри. И, возможно, отчасти благодаря этим самым фанатам, которые стоят там у стадиона и думают, кого бы там пнуть, этот фанат где-то когда-то покупает билет и так далее. Это неотъемлемая часть системы. Вот, но, конечно, систему саму формируем мы. То есть я не видел таких фанатов тенниса, которые там отжимают у кого-то мобилы там, или что-то такое происходит. Или фигурное катание. Фигурное катание, да, это прекрасно. Вот, ну, кстати, да, это вообще с насилием никак не связано. Ну, в футболе же там не избивают друг друга палками, и тем не менее фанаты футбола избивают друг друга. Палками. Да. Может, наоборот, у нас фанаты будут добрые, они там будут друг другу цветочки дарить, там, фантики и так далее, наклейки дарить. В крайнем случае, перчатку латную могут лицо кинуть. Да, это больно. Это накладно, мне кажется, учитывая нынешние цены. Да, нынешние цены. Вот тебе кинут в лицо перчатку латную, ты такой, о, левая, все, у меня такой нет. И неплохо вроде как, что кинули. Вроде бы, знаешь, такой зуб выколупываешь и думаешь, вот, продать перчатку, либо все-таки, ладно, наконец-то нормальная перчатка латная, смогу сам выйти, а зубы мне бы и так выбили, у меня шапель. Можно, кстати, кидать на веревочке сразу. Ну, так дорого кидать получается. И то, даже если в человека не попадешь, он попытается ее поднимать. Это что, отбить надо перчатку? Да, да. А это уже активность, шоу-часть. Да, это уже шоу-часть, в принципе. Вот просто, я думаю, что даже просто так на дуэль никого не вызовешь, потому что это банально накладно. Вы сказали про движуху и около движуху.
Кубок Динамо же, там еще, я как знаю, поддерживает многих производителей, опять-таки, снаряжения, любителей, там, не знаю, создателей средневекового мыла по манускриптам созданного. Писателей стримов. Да, да, очень приятно, спасибо. 3 года назад меня подобрали где-то там в МГИМО, вот, отмыли, дали одежду. Мой Василий там подбирал какие-то бутылки, там обертки, такие, о, этот чувак будет крутым ведущим, точно. По-любому должен, дальше меня поймали. Он такой, это мои отбросы. Это мой мусор, отстаньте. Да, да. Ну, поймали. Вот по поводу поддержки этого всего, собственно, вы поддерживаете музыкантов, поддерживаете людей, производящих какой-либо материальный контент. Будет ли это продолжаться, скажем так, будет ли возможность тем же самым молодым музыкантам, то есть необардам каким-нибудь там выступать и дальше, скажем, приманивать людей именно к себе, или все-таки это будет уходить шоу-часть немного в другую сторону, или все-таки вы будете поддерживать именно людей, которые больше в первую очередь находятся именно в движухе? Нет, во-первых, в первую очередь мы будем поддерживать людей, которые в движухе, они как раз растут, и они растут прям семимильными шагами, и, соответственно, у нас шоу-часть ребята проверенные, то есть это могут быть и молодые какие-то коллективы, которые себя очень хорошо показывают. Нам главное что? Для того, чтобы люди, особенно музыканты и особенно люди, которые завязаны каким-то образом в шоу-части, чтобы они зажигали зрителя. То есть это не обязательно быть, я не знаю, кем, Фредди Меркьюри или еще кем-то, да? Ну, здесь... что неплохо, в принципе. Ну да, что неплохо, да, как бы. Но здесь такая тема, что они должны зажигать людей. То есть это должно идти от сердца, это должно быть переносно, интересно. Да. Да. Это не фаерщиком руководство к действию. Ну, фарщиков сейчас с этим все сложно, не знаю, да, вот если бы... Нет, есть холодные фонтаны, есть всякие, как бы, светодиоды, да. То есть, в принципе, эта тема, как бы, конечно... Можно просто из дуделки... Как вариант, да. Не но, знаю, вот выступление конечно... группы Лаверден перед началом вот именно прям финальных боев мне очень сильно понравилось, оно прям создавало такое прям ожидание и легкое напряжение. И вот только когда уже все, свет софитов погас и начали объявлять, это было действительно очень круто. Там все люди, вот я не знаю, я впервые, вот именно за прошлый «Динамо» я действительно увидел очень мощный саппорт именно прям одного клуба. Вот, это, насколько помню, это «Западная башня», там прям приехал сквад фанатов, которые были с флагами, которые кричали «подготовленные кричалки». Это было действительно очень круто, и я считаю, это должно развиваться. Я хочу увидеть, должно быть много клубов, которые, конечно, после всего этого не будут друг другу морды начищать, а которые будут размахивать флагами и все остальное. Вот, это было бы прям действительно очень прекрасно. Я надеюсь, что в этом году я это все-таки увижу. Я немножечко по-своему отвечу, дополню слова Натальи. Мы всегда стараемся поддерживать, скажем так, отечественного производителя, потому что это очень важно понимать, что когда мы делаем какую-то большую движуху и смотрим вперед, стараемся смотреть вперед, нужно понимать, что в этой всей движухе должна быть профессиональная, хорошая рабочая инфраструктура. Угу. Потому что когда мы, скажем так, много лет назад начинали работать, банально в каких-то сегментах нет структуры, нет этики рабочей и так далее, нет профессионализма. И очень часто сталкиваемся с тем, что... Я что я такое сказал там? Миллионы посыпались. Сколько там? Еще. Простите, привычка делать донат стихами. Вопрос. А это будет точно ли разделение билетов на обычный VIP или несколько видов VIP, как на линейке 2 в саду Баумана, где уровень VIP различался по цене билетов? Вот спрашивают, да. Я понял, я сейчас продолжу вопрос, потом мы ответим. Поддержка отечественного производителя. Да, очень важно понимать, что если мы говорим о каком-то движении вперед, это подразумевает наличие внутренней рабочей инфраструктуры. То есть, допустим, нельзя просто нагнать футбольный стадион, там 30 тысяч человек, прогнать матч и на все это дело забить. Ну и типа оно как-то все пройдет, все разбегутся. Нет, это... огромное количество людей, не только организующих сам матч. Это люди, которые продают там хот-доги, люди, которые показывают эту трансляцию, люди, которые в пабах, я не знаю, делают какие-то прямые включения. Это огромная система, которая работает вместе. И это не вопрос одной группы людей, это вопрос всей движухи. Чем больше в движухе профессиональных людей, которым и это интересно искренне, и которые и хотят именно это и это продвигать, тем для нас лучше. Собственно говоря, вот эта около движуха, она состоит, во-первых, из фанатов,
которые от этого дела фанатеют и там стоят с флагами, машут тогда. И профессионалов, которые все это организуют, причем на всех уровнях. Начиная от судьи, заканчивая от того, кто, я не знаю, поставляет медовуху и какую. И совершенно невозможно представить какой-то серьезный, все любят крутые виды спорта, без вот этой инфраструктуры и суппорта. Потому что даже карточки там бейсболистов, это кто-то когда-то придумал, внедрил, распечатал, сделал каналы продаж и так далее. Это просто гигантский пласт работы около, скажем так, спорта. Понятно. А вот теперь вопрос по поводу классового превосходства и VIP-билетов. Будут ли вот действительно VIP-билеты? Мы всегда делаем VIP-билеты. Не всегда это получается действительно сделать круто, но мы стараемся в этом плане как-то расти. На них не сказать, чтобы большой спрос. Вот. Скорее, это, ну, так, привилегия. Вот, отдельный такой небольшой касты людей. Но мы всегда делаем VIP-зону. Всегда можно, любой человек может купить столик, получить крутые места, самые крутые, ну, почувствовать себя, там, я не знаю, королем, бароном, царем. Да, приглашенным бароном. Приглашенным бароном. Человеком, который там решает судьбу мира, у нас всегда это есть, всегда это будет. Я вот знаю, как это нам можно было бы сделать. Это вот возможность только для них покупать крепкий алкоголь. И, собственно, каждый раз, когда вот он покупает, там, не знаю, рюмку коньяка, проходит вот именно Ring Girl с надписью «Первая рюмка пошла». Вот это было бы по-любому. Вот, это бы выстрелило, это продавались бы билеты. Но это так, это мои... Мы можем с подносиком Ring Girl выпускать как раз, чтобы она приносила это... Да, одна, собственно, с подносиком, другая с надписью, что, мол, первая рюмка пошла. Но вообще, на самом деле, тема интересная, потому что часто кто сидит в ВИПе, может так или иначе формировать общественное мнение, позвать таких же ВИПов и так далее. Сейчас это там не 300 человек, а на каком-то боксе, там, я не знаю, билет вообще там может от 100 тысяч начинаться. Ну да. Вот, сейчас это как бы стоит все недорого, и можно чуть-чуть доплатив, скажем так, получить какие-то крутые привилегии. Вы, там, не знаю, люди опомнятся, пройдет, я не знаю, 5 лет, и этот столик уже будет там какие-то запредельные суммы стоить. Поэтому а он как раз может потом детям говорить, а я был. Да, я сидел, я смотрел там на этих холопов, я там кидал платок, и рыцари сражались за него. Ну да. Вот, кстати, не только по поводу ИСБ, а по сути около движа, вообще Кубок Динамо, он помимо ИСБ начал интересоваться и другими околофехтованиями, околодвижными видами спорта. То есть современный мечевой бой, детишки прям сражаются очень так люто. Скажем, порой мне даже, знаете, я смотрю, как они врываются друг к другу, и я понимаю, что как-то это прям очень сурово, потому что все легкие, все быстрые. Да, вот дети эти... самые вообще злые на планете. Люди. Да. Вот именно. Рассадник зла. Опять-таки, современный ножевой бой. Я шучу. Мы любим детей. Да. Хема, опять-таки. Да, вот Хема, опять-таки, и прочее. Вот вопрос, Кубок Динамо, для вас это чистый эксперимент? Или все-таки вы хотите в дальнейшем стать мультиплатформой? То есть, например, чтобы Кубок Динамо, приз там, был желаемый не только для ИСБ бойца, там, проф-бойца, турнирщика и тому подобное, но и для человека в стеганом таком стилизованном синтетическом калете и для ребенка. Вот именно их маленькой команды бойцов, которые говорят, мы поедем на Динамо, говорят, мы там победим, нам мороженое и PlayStation 4 купят. Ну, наверное, я скажу, что в этом году мы, более того, мы расширили горизонты и вообще сделали акцент на спорт не только вот именно с исторической точки зрения, но и именно спортивные, как силовые виды спорта. У нас будет пауэрлифтинг. Серьезно? Да, у нас будет силовой экстрим, у нас будет открытый турнир. Между прочим, это такая, как анонс, можно сказать, да, у нас будет, да, спойлер, открытый турнир по силовому экстриму, у нас будут мастер-классы, воркауты, а у нас будет также активность от ММА, поэтому да. Вот, в общем, много всего будет интересно, я все не буду рассказывать. Вот, поэтому лучше пускай придут и все посмотрят и опять поучаствуют, потому что можно будет поучаствовать. Но да, как бы мы за то, чтобы развиваться во всех направлениях и привлекать аудиторию не только исторического средневекового боя. Я сейчас свои 5 копеек ставлю. Мы, конечно же, всегда там всеми 10 руками за то, чтобы расширяться в любые стороны. Мы всегда за эксперименты. Мы там в этом году там поставим хему, в следующем году мягкую палку. Кстати, правильнее сказать, что мягкая палка, потому что там несколько федераций и от названия. Да. Ну там сават этот французский, вот собственно, ирландская трость и прочее. В общем, мы называем это мягкая палка.
мягкий меч, вот, чтобы, не высосал никто у тебя глаз случайно, потому что там, да, там, ну, как бы, все сложно, скажем так, в взаимоотношениях, не в этом суть, просто правильнее говорить мягкий меч. Суть в том, что мы являемся как бы главными организаторами средневековых боев, и это наше приоритетное направление. Вот, и мы можем обеспечить там какой-то абсолютный уровень качества, позвать самых лучших бойцов, мы знаем, что это самые лучшие бойцы, выдать самый лучший уровень шоу. Но что касается каких-то второстепенных направлений, это наши партнеры. Тут, скажем так, мяч на их стороне поля, и очень многое от них зависит. Мы даем площадку, мы даем возможность, абсолютно любой может прийти, договориться, и мы будем как бы продвигать вместе с ними их турниры, еще и наш турнир, продвигаться вместе. И очень многое зависит именно на их, лежит на их плечах. Вот. Очень большая проблема, что запихать-то можно что угодно, а людей, которые это реально профессионально организуют, чтобы не было потом вот этих вот в интернете воин, там Петя плохой, Вася козел, там и так далее. Я не про тебя, в любом случае. Чтобы не было вот этих вот лютых интернет-войн, идет жесткий отбор организаторов. Кто действительно это может сделать круто, кто может это сделать авторитетно, не буду называть конкретное направление, но с кем ты работаешь, и потом начинают в тебя кидаться дротиками и всем остальным, говоришь, что что за говно, это вообще не авторитетные люди и так далее. Мало быть крутым бойцом, нужно быть и хорошим организатором, и организатором организаторов для того, чтобы попасть, собственно, под купол Кубка Динамо. Ну, блог, да, должен он работать. Это мы предоставляем, действительно, Андрей правильно сказал, площадку, да, но блог должен сам по себе существовать, работать и привлекать внимание. И к нему должно быть внимание в первую очередь. А турниры для нас это в первую очередь дополнительная аудитория. Потому что это взаимопиар, коллаборация. У нас есть возможность, допустим, в рамках турнира что-то провести. У людей есть возможность провести турнир в рамках какого-то турнира. Для них это возможность, ну, любой чемпионат провести под большой крышей, под какими-то... Ну, вообще это, скажем так, поле для деятельности. Они могут что угодно придумать, какой угодно турнир реализовать и так далее. Вот. И, собственно говоря... Мы всегда экспериментируем, что зайдет, какие аудитории придут и так далее. Всегда это, ну, как бы большое поле для экспериментов. Никогда не знаешь, что выстрелит, где большая аудитория и так далее. Поэтому часто у нас бывает, что что-то появляется, это понравилось или не понравилось, мы это убираем, вставляем новое и так далее. Это бесконечный выбор, но в конечном итоге, да, мы делаем какое-то мультимероприятие, на которые мы собираем максимально интересные, крутые площадки, чтобы человек пришел и сказал: «Вау!». Вот мы хотим добиться вот этого, что человек пришел и сказал, что это крутое мероприятие, мне оно понравилось. Это, знаете, я бываю на каких-то выставках, приходишь такой: «И что, и за это я отдал 500 рублей, там какие-то там, я не знаю, три площадки, какая-то хрень». А мы хотим, чтобы человек пришел и сказал, что я вот... Мне понравилось, я позову друзей и так далее. Угу. Может, он еще и сам захочет заниматься. Может быть, и сам захочет чем-то заниматься. Кстати, вот вопрос такой, это, скажем так, основанный именно больше на слухов, побольше ПСБ. Правда, что... Вот уже это страшно. Так... Да, это такой немного провокационный такой вопрос. Будут правда, что... Да, сидящие места будут. Не-не-не-не-не-не. Мы сразу говорим, это не секрет, Нет, вот, правда говорят, что некоторые люди, скажем так, определенной богатости, ну или там, не знаю, вот определенного... Все куплено. Статуса? Даже не спрашивай, все куплено. Вот именно в массовые бои они собирались прям купить места для того, чтобы подраться. Так, вот. Просто хотят купить место, мол, типа, сколько я должен заплатить, чтобы мне дали снаряжение, чтобы я бил людей. Вот я хочу побить людей на массовых боях, да. Знаете, если честно, я первый раз в жизни такое слышу. И главное, не понимаю, почему это прошло мимо нас. Потому что мы с радостью реализуем такую возможность. Обращайтесь, пожалуйста. Да, обращайтесь, там сейчас даже внизу наши телефоны. По всем вопросам. Это будет дополнительная шоу-часть. Любой каприз. Да, за ваши деньги. За ваше место. Да, мне страховка. Мне, наверное, кажется, что эти люди хотели заплатить, чтобы они били людей, но их не бил никто. Не-не-не, это все вполне реализуемо. То есть это целый прайс, как уступить, против кого выйти, победить два раза. Там победить два раза, там вас никто не трогает. Там ваши соперники изображают то, что они с вами рожают. Типа такой ценник. Ваши соперники не изображают, бесплатно. Если честно, то подобная инициатива.
Ну, я бы сказал, это точно не для Кубка Динамо, потому что это самая лучшая возможность отправиться в реанимацию, без шуток, словить... Это самый ближайший путь реанимации, а словить топором от какого-нибудь суперпрофессионального роботизированного убийцы людей, человека, который всю жизнь тренируется, чтобы забить тебя топором, и выходить против таких людей, я бы точно не стал неподготовленным. То есть место в отряде и доспехи купил, фехтовать не купил. Ну да, это обычно очень плохо все заканчивается. Поэтому я честно не знаю, как это вообще возможно реализовать, только если вы обратитесь к организаторам, которые с радостью помогут все это сделать. И устроят свою часть. Тайные подвальные бои с заточенным оружием. Да, киньте донат, если вам понравилась идея. И посыпалось. Сейчас куча людей присылают донаты. Никто не хочет умирать. Вопрос. Слушай, тебе нужно сделать фиктивные донаты, чтобы, знаешь, типа, о, все присылают деньги, а ты на самом деле там кнопку нажимаешь. На самом деле была такая идея, программисты работают, вы этого не слышали. Знаешь, это как аплодисменты. Ну, шоу включается. Надо, знаешь, еще поставить что-то, эту кнопку, чтобы там смех за кадром был, как в американских ситкомах и все остальное. Причем каких-то там, знаешь, крутых чуваков, там этот Бондарчук смеется или Филипп Киркоров. И все такие, там что, Киркоров сидит? Да, да, да. А ты такой, слушай, что у нас... Ты такой, Филипп, тише, подожди. Тихо. Не мешай. Филя, стрижку новую попортишь. А на самом деле Филя это там уборщик какой-нибудь. Но не соврали же? Не соврали. Вот, да. Кстати, по поводу шоу-участия, скажем, вопрос такой серьезный и несерьезный одновременно. А, как бы, в прошлом году было много танцоров, отличная была... Трубадуров. Вот, да, танцоры, трубадуры, вот эти вот все скоморохи, была отличная часть вот именно с лавками исторических различных предметов, яств, скажем так. Да-да-да. Вот, всего остального... Вопрос, собственно, по этому поводу. Сложно ли искать людей, которые бы хотели, скажем так, там поторговать, потанцевать, пройтись просто строем римских легионеров и тому подобное? И второй вопрос, шоу-участие. Возможно ли привлечение на тот же самый Кубок Динамо, там, не знаю, профессиональных бойцов М1, ММА, чтобы они там показали свой профбой, и там его лично фанаты, о, он пойдет заниматься этой фигней, надо посмотреть, как он выступит, да, он их всех порвет, типа он там на восьмиугольнике делал все остальное, а тут доспехи, че, фигня вообще. Есть ли вот такие варианты? Ну, непосредственно у нас идет кастинг на людей, которые, собственно, хотят выступить, и мы с ними общаемся долго и упорно, выбираем лучших, да, то есть если мы говорим только про танцы, только лучших, да, это, про танцы, про музыку. По поводу ММА у нас будет ММА, то есть у нас будет больше как мастер-класс, да, и автограф-сессия. Соответственно, все подробности будут у нас в группе и на сайте обязательно, то есть узнать, кто будет, когда будет, все. А сами бойцы ММА, они как бы есть заинтересованные личности? Они в курсе, да. Они есть, они шифруются постоянно. Они, как тайный покупатель, приходят, смотрят издалека, чтобы не, ну, если он придет явно, ему сразу скажут, ну что ты, давай, хочешь подраться? Он такой, нет, у меня там тренировки, не хочу за ритм сбивать. Забить мышцы. Вот там, не знаю, кого-нибудь лямка от шлема оторвется, он так и без палива ножкой-ножкой себе забрал бы, когда-нибудь у меня будет такая же. На самом деле, правильнее было бы сейчас рассказать вообще, что будет, еще раз. Потому что, чтобы, ну, не было вопросов таких, у нас помимо гигантской программы средневековых боев, это пятерки мужские, пятерки женские и двенашки мужские. И Кубок Донжона, конечно же, вместе с мягкой палкой. У нас еще планируются всякие дополнительные турниры. Это будет турнир по пауэрлифтингу. Сейчас мы ведем переговоры, скорее всего, да, будет. По армрестлингу, возможно. Возможно, армрестлинг, да. Силовой экстрим. Туда приедут крутые профессионалы, которые поднимают, я не знаю, машины. Просто вот там берутся автомобили, выкидывают его в окно. Более того, можно будет попробовать свои силы. Потому что после турнира они будут делать активность, когда любой зритель может прийти и попробовать именно там вот согнуть гвоздь. Если можешь. Разорвать. Планируется семинар у нас по ММА провести. Мы сейчас выбираем именитого бойца. Кастинг. То есть все хотят, там, не знаю, Макгрегор, ну не знаю, не знаю, последний бой, как не думаю. Ну да. Макгрегор UFC. А, ну какая разница? Большая разница. Киван, например. Это немножко разные вещи. В ММА ножа этого нужно звать, у нас же есть и так свой. Ну не суть. Именитый боец. Ну не суть. Макгрегора мы, возможно, рассмотрим, да, то есть мы готовы его добавить в список.
Оно после проигрыша не вариант. Да, но рейтинг у него чуть-чуть подупал, да. Конечно, мы сделаем скидку, что он человек авторитетный. Я бы переживал на вашем месте, Дагестан недалеко. Так, мы не против, мы... Пожалуйста, обращайтесь. Ради этого у нас есть Али Махлоев, который... Не, мы с радостью рассмотрим абсолютно любого бойца. В общем, обращайтесь, кидайте заявки, да, мы рассмотрим все варианты, устроим кастинг. Кстати, мы вообще, пардон, я вас перебью, мы вообще всегда открыты для идей. Потому что, да, идеи, предложения, главное, чтобы это не было что-то типа, знаете, пальцем в небо, а давайте там дракона подвесим. Если... И в разрез сука. С чем? Сука, да. Сука лучше не идти в разрез, мы всегда поддерживаем. Там, не знаю, мне кажется, киберспорт, например, если кто-то предложит, это, наверное, будет не особо. А вопрос реализации. То есть не просто идея, а если человек готов что-то реализовать, мы всегда готовы поддержать, найти какое-то решение взаимное. Угу. Вот. И сделать это, ну, как бы, крутой движухой, почему бы и нет. То есть, грубо говоря, лучше к вам не с идеей приходить, лучше прямо на бумажке с бизнес-планом, что, мол, вот, типа, у меня есть идея, ее можно реализовать так-то. Ну, это как... Это идеально. Идею придумал, получи 10 рублей, смог реализовать, получи там 2000 рублей условно. Ну, то есть, это ценность совершенно иная. Одно дело, ну, как бы у нас нет проблем с людьми, которые что-то придумывают, чешут языком, есть проблемы с теми, кто это реально может сделать. А то я просто идеи миллионы наслушался, какие-то безумные, не знаю, а как спросишь, а ты готов это сделать? Нет, так это ж надо вставать, поднимать задницу, ну, а с клавиатуры компьютера все клево кажется. Да, понимаю. Вот, кстати, вот вопрос про, скажем так, возможности вот сильного расширения как раз Кубка Динамо. Во-первых, есть вопрос. Недавно прошел саммит HMBIA, собственно, Кубок Динамо, Битва нации теперь будет проходить раз в два года. Первый вот мой вопрос, это есть ли вот именно в особенности того, что он будет проходить раз в два года, скажем так, шансы для более быстрого роста Кубок Динамо? То есть люди готовились к одному, там целый год, к Битве нации, а вот тут его нет в этом году, и думаем, а давайте побьем-ка русских на Кубке Динамо, на их же территории. Вот почему бы нет? Как бы вы будете, вот если вот действительно будет много команд, именно клубов, там, не знаю, из Америки там приедет по 3 клуба, из другой там страны или Европы, будет ли готова команда организаторов Кубка Динамо к тому, чтобы организовать достойный уровень приема этих команд? Ну, во-первых, у нас и так достойный уровень приема команд. Ну, вот именно, вот представьте себе, к вам приехало, вот сколько, говорите, бойцов заявилось? Миллион. Нет, 700 где-то. 700 бойцов, а тут 1500. Да, пожалуйста. Мы можем расширить. То есть вы готовы? Наш подвал всех вместе. Штабелями будем укладывать. Мы еще соседний подвал возьмем. Если что, Горцующий гном готов предоставить тут место. Да, Горцующий гном готов предоставить от лежанки все дела, можете отдыхать. Пожалуйста. Смотрите, во-первых, Битва нации идет своей дорогой, мы своей. Битва нации — это больше формат Олимпиады, у нас больше формат турнира. На Олимпиаду это, соответственно, какой-то сбор в течение там недели. Съезжаются люди, живут там условно в олимпийской деревне и соревнуются во всех возможных видах спорта. У нас чуть-чуть более узкая направленность и задача, скажем так, в кратчайшее время прогнать какие-то определенные номинации. У нас совершенно нету какой-то проблемы с количеством бойцов. У нас, я бы сказал, наоборот, бойцов слишком много, потому что 700 человек – это уже дохрена. Нам наоборот, наша суть — отбирать из них лучших. И скорее нам лучше, чтобы приезжала не 4 команды из Америки, а одна, но крутая. Вот. Так нам, ну, как бы, намного качество от этого только растет. Вот. То есть вы будете опираться именно на авторитет и на рейтинги, собственно, в мировом плане? Сейчас вообще максимальный критерий — это авторитет и рейтинг. Угу. Потому что позвать каких-то людей, которые там олюлятся и умрут в первую секунду и скажут: ну, мы зато в Россию съездили на Кубок Динамо, зачем нам такое? Нам нужны люди, которые будут показывать результат. Не забываем про... Мне кажется, что это, знаете, это если вот прям действительно будет какой-то лимит на людей, то, наверное, даже сейчас Динамо будет круто, что где-то там в Америке прошел отборочный тур среди клубов для поездки на Кубок Динамо. У нас уже сейчас есть лимит, всегда у нас всю жизнь был лимит, и условно мы от страны брали там одну, максимум две команды. И всегда только, ну, то есть даже было такое, что брали несколько команд и говорили: ребят, едет одна команда, ну, вы можете смиксовать из трех команд одну команду, так и делали, чтобы привезти с какой-то страны вообще самую топовую.
Можно вот вопрос? Раз, собственно говоря, сейчас век масс-медиа и прочее, реально реализовать Кубок Динамо в таком формате, как UFC? Вот, то есть, есть микс-файт, да, допустим, он не популярен. Ну, как бы известен, там хорошие бойцы, хорошая техника, вот, но он не так, скажем, смотреблен, как UFC, потому что UFC — это шоу. Вот, и есть ли реальная возможность, допустим, если вот хорошая медиа возьмется за это, и будет достаточно большое освещение самого проекта, что появится там, допустим, Кубок Динамо, там, 213, там, условно говоря, там, есть, ну, презентационный бой, да, главный между, там, одним бойцом и вторым бойцом, и есть там несколько боев, которые, ну, разогревающие, так сказать, аппетит. То есть вот вообще такое в идеях рассматривается или... Для ваших про-бойцов хотя бы. Ну, во-первых, у нас есть уже опыт титульного боя, который уже прошел один титульный бой. Это в легком весе у нас как раз бились Коврижин и Леваков, поэтому за пояс. В центре Москвы. Да, в центре Москвы на Пушкинской площади у нас был про-бой за пояс чемпиона, который, собственно, передающийся. Ну, которого вот пытаются, соответственно, отнять через какое-то время. Соответственно, это как бы, да, это вошло уже в, как, ну, это вошло, это зашло. Да, я людям видел это понравилось. Я видел этот пояс, это невероятная работа мастера. Да. Я как буду этот ролик выкладывать, прорекламировать мастерскую в сеть, я вам вставлю картинку, чтобы вы сами увидели этот пояс. И мастерская Roman Steel нам помогла. Рекламная пауза. Да, рекламная пауза. Надеюсь, они сделают скидку на следующий пояс. Можно это вырезать и мы им гифочку? Можно, конечно. Я говорю, я все отмонтирую, я вам пришли на подписать, что там не 6 человек смотрят, там 16 тысяч. Те господа, которые сейчас находятся на стриме, все будет в хорошем качестве, без лагов, находиться на канале Комнатный Рыцарь и с таймингом по вопросам, чтобы вы не мучились. И рекламная пауза. Да, и рекламная пауза, конечно же, обязательно. Так, если... Вот здесь бы можно было как раз вот продемонстрировать уже, так сказать, достоинства тех дам, которые показывали бы номера раунд 1, раунд 3 и прочее. Да, вот они появляются так в кадре внезапно, показывают вот рекламу, там все дела, приходить. Все дела. Расскажу немного про UFC. Снимай рубашку. У UFC, скажем так, можно понаблюдать, как эта система уже отлажена и работает там на все свои там 100%, 200%, 500%. То есть люди прекрасно поняли, что делать шоу, делать бои – это не одно и то же. Uh-huh. Чтобы пришел зритель, платил, покупал футболки и так далее – это совершенно другой вообще уровень работы, нежели поставить двух бойцов, они подрались, вручили им медальки и разошлись. Это вообще, можно сказать, разные немного направления. Вот. Безусловно, у них очень успешный опыт. Это, во-первых, подводки к боям, это делание из боя какого-то шоу большого, интересного, целой истории. Работа со СМИ, работа с блогерами. Да, и мне кажется, что очень большой экономический эффект имеет, когда ты не 10 крутых пар выставляешь, а одну, и 9 пар к ней только подводят. Uh-huh. Это экономически, с точки зрения шоу, лучше и выгоднее. Вот. Мы, безусловно, конечно же, используем опыт и их, и других различных организаций. Вот. Конкретно, проводя профбои, да, мы такой опыт используем. Сейчас начали делать титульные бои, долго к этому шли. Скажем так, собирались и вот начали делать. И да, мы теперь будем еще каждый турнир будем усиливать. У нас будет 4 титульных боя, мы, соответственно, ну, по миру. Uh-huh. Мы будем в какие-то турниры по миру вставлять эти титульные бои, чтобы усилить какой-то конкретный турнир. Вот. А что касается Динамо, там нельзя притащить две команды и запустить их драться, но мы любые шоу-элементы какого-то создавание истории, сценария мы всегда используем. Uh-huh. То есть, чтобы человек погружался не тупо в кто лучше фехтует, а в какую-то сказку, историю. Вот. Мы, в общем-то, над этим в большей степени и работаем, потому что иначе зрителя это не заинтересовать. Все приходят такие, а чем это лучше футбола? А чем это лучше хоккея? Там вон они там тоже дерутся и так далее. Uh-huh. Поэтому огромная часть нашей работы – это сделать какой-то стори,
чтобы люди увидели, сказали, вау, мы хотим за этой командой болеть, мы хотим наблюдать и так далее. Да, это огромная часть работы. Мы ни в коем случае не упускаем опыт каких-то современных крутых компаний промоушен. Ну и потом монотонность, монолитность какой-то программы, это всегда в минус идет. Угу. Поэтому если даже какие-то очень красивые, интересные бои, да, это тоже может, человек устает. И поэтому, когда идет интересный перформанс, шоу-часть, ну это неотъемлемо. Без этого никак нельзя сделать. Я раньше ездил по разным турнирам. Вот, например, тайский бокс приходил. Турнир крутой. Крутые бойцы, но реально смотришь час, уже все неинтересно. Вот хоть глаз вырви, уже неинтересно. Конечно. Ты уходишь, там какой-то бутерброд покупаешь, пошел погулял, потом вернулся, ну ладно, там за билет заплатил кучу денег, досмотрел, хрен с ним. И пока ждешь этот финальный бой. Вот, мы всегда пытаемся этого избежать, чтобы человек в любой момент времени мог и бои посмотреть, и там в настольные игры поиграть, и силовой экстрим посмотреть, чтобы это было круто и интересно. Там, чтобы ребенок у него не скучал, и то, если он хочет отдохнуть от ребенка, я вот видел, многие там сдавали вот именно, не знаю, на вышивку, на средневековое письмо и так далее, пока родители там, мама с папой отдыхали. Вот это мне больше всего как раз-таки и понравилось. Мой оператор, который был вот именно в прошлом году, другой, не мой основной, он как бы человек семейный. Вот, и он снимал, говорит, и ему было действительно удобно снимать, потому что он отдал ребенка. Ребенку интересно, ребенок потом ему показывал, мол, типа, смотри, как папа, как я щит разрисовала. Вот, и все. Так, все, стрим прерывается. Технический перерыв. Пришла пицца. Нам нужно срочно совещание устроить, да, к сожалению. Тайминг. Нам Макгрегор позвонил. Да, Макгрегор переговоры. Говорит, как так? Я, говорит, к вам хочу. Причем на русском это говорил. Но, собственно, не волнуйтесь, у нас сейчас стрим почти что закончился. Вот. Так что, ну, последний вопрос. Мы очень переживаем. Да. Последний вопрос перед тем, как мы уйдем на технический перерыв, и вы наконец-то сможете поесть. Ради чего мы сюда пришли? Да, ради чего мы сюда, собственно, пришли на самом деле. Вот вопрос. Давай. Вы любите то, чем вы занимаетесь? Что именно сейчас имеется в виду? Вот именно вот эта организация, сами бои, вот именно работа с людьми, какие-то проблемы. Вы понимаете, что, как я уже говорил, что, вот, не знаю, если лошадь спит 4 часа, вот, то за 4 часа организатор какого-либо крупного мероприятия остается за 3 дня. И вроде бы еще живой, как бы, и вроде бы как еще работает. Как бы вот все эти вот страдания, которые есть в организационной части, бессонные ночи, там вот эти ужасы, кошмары, которые там, какая-то команда слилась, там какие-то музыканты не придут, нужно искать других. Честно скажите, вам нравится то, что вы делаете? Ну, мне кажется, мы бы не были бы в этом, во всем этом движухе, если бы нам это не нравилось, по-любому. И люди, которые приходят сюда, и они этим не болеют всей душой, они быстро очень уходят. Потому что реально и бывают совершенно разные форс-мажоры, безумные совершенно. Да даже дело не в этом. Дело в том, что когда команда уже такая сплоченная, да, такой какой-то костяк есть, он, собственно, себе все это и вывозит. И поэтому ну, этим невозможно заниматься, если ты этим не болеешь. Скажу сразу в нескольких направлениях. Во-первых, если какая-то сливается какая-то команда, это настолько мелкий косяк, мелкая проблема, она решается примерно вот так вот, и вот все, и поехал кто-то дальше. У нас проблемы, ну, значимая проблема, это когда за месяц до мероприятия тебе твоя самая основная площадка говорит, что, ребят, вы у нас делать не будете, до свидания, переговоры закончены, все, пока, удачи. Говорит, почему? Потому что Макгрегора обидели. Счастье вам, веселье, да, мы за Макгрегора болели и так далее. Вот, и все. И вот тогда начинаются проблемы. Все остальное не проблема. Вот. Важно понимать, что я вот первое, что понял при работе, при организаторской работе, что это как один из многих видов труда абсолютно неблагодарный. Ты можешь часами, ночами не спать, месяцами делать турнир, и что-то кому-то не понравилось, там, на входе его не поцеловали, там, в задницу, и человек тебе говорит, все, мероприятие говно, засрался в интернете. Есть еще те люди, которые говорят, что все хорошо, это лучшее мероприятие, и как только добираются до компьютера, такие, это была шутка, мероприятие говно, я сейчас всем об этом расскажу. А потом, когда приходят опять на мероприятие, опять улыбаются, говорят, ребят, вы такое крутое мероприятие сделали, это лучшее мероприятие. И как только садятся за компьютер, говорят, что это ужаснейшее мероприятие, которое они делали в жизни. Так вот,
Да, организаторская работа — это какой-то ад, и ну, это реально ад, и я много разных профессий пробовал. Самая жесть — это организаторская работа. Я никогда такой жести не встречал. Это какие-то дикие перенагрузки, красные лопающиеся глаза и так далее. Но если бы люди, которые это делают, не любили, они бы уходили. И так и происходит. Большая текучка. Человек понимает, что это не его, что здесь слишком большая нагрузка, что это очень тяжело. И если он действительно искренне, неумолимо не любит то, что он делает, он долго не продержится. Поэтому мы очень так... Мы его съедим. Его сразу же съедают, кидают в мясорубку. У нас много разных вариантов смерти, гибели и так далее. Но зато если человек остается, это, ну, это человек такого достаточно высокого уровня, характера. Это говорит вообще об его, ну, каких-то человеческих характеристиках. Это значит, что человек готов бежать на пулеметные доты, несмотря ни на что, не спать, не есть, и при этом еще и при этом после всего этого еще выслушивать, какой он козел и так далее. Вот, и очень много людей, которые там дают тысячи советов, а действительно сами не знают, чего хотят. Говорят, что мероприятие говно, хотя на самом деле ну, как бы, с чем сравнивать? Все всегда в сравнении. Так, ну что ж, приходите на Кубок Динамо. Да, приходите, пожалуйста, на Кубок Динамо. Думаю, на этом мы закончим ваши мучения. Соответственно, мы благодарим наших гостей, которые сегодня к нам пришли и ответили на эти ужасные вопросы, просто которые вводят их в ступор всех, что что отвечать, все остальное. Напоминаем вам, что 3 и 4 ноября будет проходить праздник стального насилия. Это Кубок Динамо 2018, 13-й чемпионат мира по средневековым боям. Обязательно приходите, там будет много интересного, помимо фехтования. Надо сразу эту афишу поставить, чтобы... Да, там есть сидячие места, афишу я сейчас поставлю, чтобы красиво было нас слышно все равно. Вот, там будет много чего интересного, там будет ИСБ, там будет пауэрлифтинг, семинары по ММА почти что бесплатные, главное только билет купите. Ну а мы находились в баре «Горцующий гном», за что ему большое спасибо за предоставление площадки под стрим. Всем, да, и медовухи обязательно. Это вишневый сок. Это вишневый сок, никто не видел. У вас нет доказательств. Увидимся с вами обязательно 3-4 ноября на Кубке Динамо. Всем огромное спасибо и благодарю за то, что вы с нами. Аве Мария. Присылайте донаты. Присылайте донат, мы хотим есть.